входила и входит борьба с терроризмом на Северном Кавказе, владеет важнейшей информацией по делу. Кто, как не они, могут рассказать об участии Кулаева в бандформировании, что поможет установить всю степень его вины, а также, возможно, выявить другие его преступления. Также мы ходатайствовали о вызове в суд Кодзоевой, супруги боевика Кодзоева, который предположительно находился среди террористов. Нам известно, что во время теракта была попытка установить контакт между Кодзоевым и его супругой, которую специально для этого привезли в Беслан. Мы полагаем, что свидетельство Кодзоевой имеет первостепенное значение для этого процесса, поскольку она находилась в непосредственном контакте с боевиками, среди которых был и Кулаев. Однако суд отказал нам в удовлетворении наших ходатайств, не дав при этом какой-либо убедительной мотивизации отказа. Судья не указывает, по какой причине происходит отказ. Также до сегодняшнего дня мы не уверены, что протокол составляется точно по стенограмме суда, так как нам, потерпевшим, до сегодняшнего дня не дают ознакомиться с протоколами заседаний суда до окончания суда. Это делается в противоречии с частью 6 статьи 259 УПК Российской Федерации, которая предусматривает, что по ходатайству сторон и может быть представлена возможность ознакомиться с частями протокола по мере их изготовления. Кроме того, введение заседаний суда со стороны судьи Абузарова, особенно в последнее время, наметилась явная недобросовестность и отсутствие беспристрастности. Наглядным примером этого служат обстоятельства допроса судья свидетеля Засохова. Когда этот свидетель давал показания, судья Абузаров выступал не только судьей, сколько защитником Засохова, что недопустимо для судьи. Мы, потерпевшие, пережившие страшную трагедию, вынуждены терпеть от судьи, он ведет себя агрессивно, не дает возможность реализовать наши права на защиту наших интересов, как потерпевших от преступления. Судья занял крайне проправительственную позицию, желая угодить власти. Защита чиновников, как нам видится, виновных в допущении террористического акта в Беслане, открывает для судьи большие перспективы карьерного роста и благосостояния. Как нам представляется, суд заинтересован в исходе данного уголовного дела, что не дает возможности непредвзято и беспристрастно его рассмотреть и постановить законный и обоснованный приговор. Тенденциозность суда, проявление активности позиции суда при исследовании доказательств свидетельствует о намерении суда принять определенное решение. То есть заданность действий суда стала в процессе разбирательства по делу очевидна. Все вышесложенное стало известно именно в процессе расследования, рассмотрения дела и является основанием для заявления отвода судье. Часть 2 статья 61 УПК Российской Федерации предусматривает, что судьи не могут участвовать в производстве по уголовному делу и подлежат отводу в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основания полагать, что они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела. На основании изложенного и в соответствии со статьей 61 часть 2 и 64 УПК Российской Федерации считаем необходимым заявить судье Агузарову отвод. Все. Письменно прошу приобщить протокол. Да. Отдайте, пусть она сама принесет. Не надо передавать. Пусть она сама принесет. Ваша честь, я прошу объявить перерыв минут на 5. Там познакомимся. Потому что на слух трудно улавливать. Куда ты все заявлено? Что перерыва можно еще один? Нет, ну пока должно это ходатайство. Пожалуйста, представители потерпевших. Я
Я не совсем понял смысл ходатайства, поэтому я прошу объявить перерыв на 5 минут, чтобы я с ним познакомился, переговорил с Кисаевой и потом высказал свое мнение. Из потерпевших. Хорошо. Объявляется перерыв на 10 минут. Основное дело басаем, да? Кулаеву и так этому уже приговор есть. А другие? День героизма не хватит, да? Генерал, пожалуйста. Он имел влияние на... Правильно, единственное сообщество. Почему вы его не понимаете? Вы знаете, спросите, почему отклоняете? Если он сам говорит, не он сам объявил, знаете, что его пригласили. Нет, сам же он говорит, что он сообщник. Нет, вот сам же он сказал, что он сообщник. Поэтому они его не пригласили. Он снова поезд охалдит. Он снова поезд охалдит. У меня серьги. Министр уже отказался. Министр уже считаем, что кроме отвода судьи Агузарова необходимо сделать отвод и прокурору Шепелю, Семисынову и Черчесову, так как именно они систематически нарушали наши права как потерпевших, именно они отклоняли наше ходатайство, и считаем необходимым, что и они наравне вместе с судьей и подлежат отводу. Они в первую очередь. Черчесов, Семисынова, Шепель в первую очередь. Ибо все отклоняют, даже не рассматривая. Так, Тагаева. Она вышла, ей плохо. Я вниз стою. Не, ну вы пока присаживайтесь. Зарова. Поддерживаете ходатайство? Да. Хаменцева? Поддерживаю. Поддерживаете? Да. Спасибо, присаживайтесь. Седакова? Поддерживаю. Дудиева? Поддерживаю. Лаева? Поддерживаю. Балатушвили? Поддерживаю. Гадиева? Поддерживаю. Кучиева? Поддерживаю. Кукуева? Габисова. Поддерживаю. Сумакова. Поддерживаю. Петрозова. Я. Поддерживаете? Да. Спасибо. Все. Успокойте. Поддерживаете? Так, потерпевших, кого я не назвал. Есть? Да, я. Те, которые не согласны с данным ходатайством. Из
одной частью не согласна. С какой частью? Ну, с частью отвода обвинительной стороны полностью поддерживаю. А в части отвода председательствующего? Нет. Фамилию назовите. Кусаева. Кто еще из потерпевших? Пожалуйста. Я тоже так же, сейчас, как и Кусаева. Подождите, тогда надо фамилию называть, чтобы это все протокольно записывается. Потерпевший Савкоев. Савкоев, пожалуйста. Ну, тоже что-то. Да, да. Я поддерживаю отвод обвинения. А на что сидит? Хочу приходить. Присаживайтесь. Молодашвили. По поводу вас? Нет, по поводу прокуратуры я поддерживаю это. Ну ты же уже подписала. Да, по поводу чего? Чепелинах, да. Гугурова. Я тоже против прокуратуры, против вас воздержалась. Мы все в общем против прокуратуры. Поскольку стороной обвинения не доказана прямая вина Кулаева, мы не можем это дело закончить. Зуцева, давайте по отводу. По отводу. Вот отвод прокуратуре по той части. Председательствующему. Ну, она воздержалась. Что вы, девочки, она воздержалась. Можно вы свою мнение? Надо закрепить мнение. Так, все, я всех потерпевших выяснил. Да. Нет, еще. Цугоева. Пожалуйста, свое мнение. Не поддерживаю. Что не поддерживают? В отставку или отвод? Прокуратуру. Отвод. Чей отвод? Прокуратуру не поддерживают? Прокуратуру. Можно судья интерма прокуратуру. Не, так, еще все потерпевшие высказали свои мнения. Так, пожалуйста, представители потерпевших. Кто начнет? Ваша честь. Данный процесс, как и процесс расследования исламского теракта, вызывает очень много эмоций у многих, различные точки зрения, как по отдельным моментам ситуации теракта, так и по вопросам виновности многих лиц, которые причастны или не причастны к тому, что произошло. Я как юрист не могу руководствоваться эмоциями, а должен иметь свое мнение, основанное на материалах дела, основанное на законе. Поэтому я сразу заявляю и поддерживаю отвод стороны обвинения. Почему? С самого начала расследования теракта прокуратура заняла явно предвзятую позицию и не обеспечила объективное расследование всех обстоятельств теракта, не пыталась выявить всех виновных лиц, которые в той или иной мере причастны к тому или способствовали, чья бездеятельность способствовало тому, что произошло. Я считаю, что вот все эти сложности, которые возникают и здесь в процессе, произошли от того, что органы прокуратуры необоснованно выделили дело Кулаева в отдельное производство. Я не говорю незаконно, я говорю необоснованно. Поторопились выделить это дело в отдельное производство. Я считаю, что они должны были обеспечить расследование теракта в полном объеме, и потом уже, закончив это расследование в полном объеме, решать вопрос о выделении дела в отношении того или иного человека.
незаконно, я считаю, были выделены материалы в отношении руководителей Правобережного ОВД. Вот это раздвоение или расстроение дела и повлекло те сложности, которые сегодня возникают. Более того, я считаю, что органы прокуратуры, если они были заинтересованы в том, чтобы здесь, в этом процессе, были исследованы все обстоятельства теракта, то они, на мой взгляд, должны были включить свидетелями со стороны обвинения целый ряд лиц, о допросе которых здесь мы и ставили вопросы. Более того, я считаю, что именно органы прокуратуры, включившие в список свидетелей обвинения целый ряд свидетелей, мне кажется, должны были принять меры к тому, чтобы обеспечить их явку в суд. И сегодня бы не было многих опять споров, проблем и ненужных эмоций. Я считаю, что если мы, даже суд удовлетворит отвод судье, председательствующему по делу, то те сложности, те неясности, то недовольство, которое есть со стороны потерпевших, оно опять всплывет, и все эти проблемы при новом втором суде, председательствующем, при третьем, эти же проблемы опять будут возникать. И я связываю вот все эти неясности, все эти сложности с позицией прокуратуры и не связываю их с позицией председательствующего по делу. Вот таково мое мнение. Поэтому я не поддерживаю отвод председательствующему, а в остальном считаю позицию по ходатайству совершенно обоснованной. Поддерживаю в части отвода обвинителя. Нарушал наш закон, у вас были все полномочия. Я ваше мнение уже выслушал. Оно да. Изложено в вашем письменном ходатайстве. Ну еще спасибо, повторю. Присаживайтесь. Ничего не мешало вам действовать по закону. Суд удаляется в совещательную комнату. Прокурор. Пожалуйста. Ваша честь, любое заявленное ходатайство должно отвечать требованиям закона. Ни один довод, изложенный в ходатайстве, не соответствует требованиям статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которым судья подлежит отводу в случае, если он является потерпевшим гражданским истцом, гражданским ответчиком и прочее. Все эти обстоятельства перечислены в статье. И кроме того, в том числе, если судья лично заинтересован в исходе дела. Никаких данных, свидетельствующих о заинтересованности в исходе дела председательствующего, не имеется. Более того, считаю оскорбительным
для председательствующего по настоящему делу высказывание о том, что он преследует цели карьерного роста и повышения благосостояния. И последующее ходатайство, которое поступило, здесь особо говорить, видимо, не стоит, но тем не менее я уверен, что мы никоим образом никаких оснований не дали, оснований полагать, что кто-то из прокуроров лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. В рамках данного процесса мы руководствовались уголовно-процессуальным законом. Те вопросы, вот и потерпевшие высказывали, что отклоняли ходатайство, мы ограничены рамками нашего уголовного дела. Поэтому, может, это и непонятно для обывателя, но это законно. Других вариантов у нас не было. Ну, имеется в виду не юристов. Ну, вот я вам разъясняю, что у нас других вариантов не было. Поэтому я же говорю, может, и как-то воспринимается болезненно, но по-другому других вариантов у нас не было. Значит, вы уже сами пришли к такому выводу, что это дело не надо было просто обособлено. Ну, пожалуйста, не надо. Ну, вы высказали уже свое мнение. Ну, давайте мы выслушаем теперь обвинение. Пожалуйста. Я уже сам чего. Ваша честь. Значит, моя функция участия в данном уголовном деле началась именно вот здесь, в судебном заседании. Пока дело расследовалось, я, как говорится, никоим образом к данному делу не имела никакого касательства. И была назначена для поддержания государственного обвинения по данному уголовному делу по обвинению Кулаева. Значит, я считаю, что эту функцию я выполняю добросовестно, как того требует закон. В рамках закона я высказываю свое мнение по любому ходатайству. Ни в коем образе и никогда за время своей деятельности я, как говорится, против закона. То, что не предписано тем или иным законом, я никогда не высказала мнение, как говорится, в угоду, будь то потерпевших, будь то обвиняемых. Так и по настоящему уголовному делу. Свое мнение я всегда основывала на законе. Поэтому я заявляю суду, что у меня никакой заинтересованности нет в исходе дела настоящего, кроме как объективно рассмотреть это дело по обвинению Кулаева, и чтобы он понес заслуженное наказание. И другие. Только. Не только Кулаев. Ваша честь, по отводу председательствующему, я полагаю, что это ходатайство подлежит отклонению, подлежит удовлетворению, поскольку мы здесь поступаем и в процессе исследуем только те обстоятельства, и суд не может исследовать других обстоятельств, которые не относятся к обвинению Кулаева. Об этом я уже говорил неоднократно, говорил и сейчас вот пытался это разъяснить потерпевшим. Но это их право нас слышать или не слышать, хотя мы уже неоднократно это говорим. Я полагаю, что в этой связи представитель потерпевших Кисаева просто извращает некоторые обстоятельства, потому что если она говорит, что я говорю о ее ходатайствах, которое она говорит, ни одно из ходатайств не было удовлетворено. Это совершенно, конечно, неправда. И что? Я вас не перебивал. И то, что председательствующий таким же образом заинтересован. Я полагаю, что эта заинтересованность ни в коем случае нигде не проявилась. Моя заинтересованность как государственного обвинителя, как руководителя обвинителей государственных, только в том, чтобы дело было рассмотрено в соответствии с законом, и подсудимый, если будет доказана его вина, понес наказание в соответствии с законом. Других целей я не преследую. Остальные же вопросы, которые касаются ответственности должностных лиц, ответственности
Рошаль, как вы сказывали, Аушева. С одной стороны говорят, что он герой, с другой потерпевшие говорят, что он не так себя повел, мог бы иначе повести. Все эти вопросы могут быть. Все эти вопросы будут исследованы и исследуются в рамках уголовного дела, которое сейчас расследуется. И я уже неоднократно говорил об этом, что есть лица, которые привлечены конкретно по этому делу, к уголовной ответственности работники милиции Малгобекского РОВД и Правобережного. Это те должностные лица, которые отстранены от исполнения своих обязанностей, это и министр внутренних дел, и начальник УФСБ по РСУ Алания, и другие должностные лица. Это и резервная группа, которая предполагалась, что она должна была совершить нападение числа чеченцев на школу в Назране для того, чтобы преследовать те же цели, которые преследовались и при нападении на школу в Расуалане, для того, чтобы взорвать Северный Кавказ. Я полагаю, Ваша честь, что на начальном этапе, когда мы сегодня начали процесс, что достаточно доказательств для того, чтобы мы их предъявили суду по обвинению Кулаева, и что на этом следствие можно было бы завершить. Другой заинтересованности никто из нас не проявлял. Более того, все ходатайства, я даже скажу, наверное, по-человечески, более мягкого процесса и терпимого, чем этот процесс, наверное, никто из нас не испытывал. Ни председательствующий, ни государственное обвинение. И все ходатайства потерпевших, либо их представителей, они рассматривались судом и принимались решения также в соответствии с судом, которые также могут быть еще в дальнейшем оспорены и потерпевшими, и любой из сторон. Свидетели, которых мы допрашивали, пожалуйста, сюда. Много шума ничего. Нарушение прав – это вывод институционной экспертизы. Вот это ваше. Так, суд удаляется в совещательную комнату. Объявляется перерыв до 26 января до 11 часов, когда и будет оглашено постановление по данному ходатайству. Его сам будет обсудить. Ты ж не веришь вашему суду. Вы его сейчас оставите. Вы его продайте сейчас по вашему суду. Что ты хочешь?
Здравствуйте, Фаддина. Установление рассмотрения заявления об отводе. Город Владикавказ, 26 января 2006 года. Судья Верховного суда Агузаров с участием государственных обвинителей, заместителя генерального прокурора Российской Федерации, государственного советника юстиции первого класса Шепеля, заместителя прокурора Республики Северная Осетия Алания, старшего советника юстиции Черчесова, старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры, старшего советника юстиции Семисыновой, подсудим Вакулаева, защитника адвоката коллегии адвоката Центральная Плиева, пресс-секретаря Кохана, а также потерпевших Кисаевой, Дудиевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Сидаковой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочиевой, Кокоевой, Габисовой, Цомартовой, Битрозовой, Кокойте, Савкуева,
Дзуцевой, Кусаевой, Губуровой, Цгоевой, их представителей Чедженова, Кочеева, действующих по доверенности от 29 июня 2005 года, адвоката Ткаченко, действующего на основании ордера от 4 июля 2005 года. Рассмотрев заявление потерпевших Кисаевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Дудиевой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кокоевой, Габисовой, Цомартовой, Бетрозовой, Кокойте, об отводе председательствующему Агузарову по уголовному делу в отношении Кулаева Нурпаши Абургашевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209, частью 3 статьи 205, частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 206, частью 3 статьи 206, частью 3 статьи 30 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, частью 2 статьи 105 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 30 частью 3, статьи 317, частью 3 статьи 222 УК Российской Федерации установил. Кулаев обвиняется органами предварительного расследования в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 статьи 209, частью 3 статьи 205, частью 3 статьи 206, 105 частью 2, 30 частью 3, 105 частью 2 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 317 частью 3 статьи 222 УК РФ. В судебном заседании потерпевшими Кисаевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Дудиевой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кукоевой, Габисовой, Цомартовой, Бетрозовой, Кукойте заявлен отвод председательствующему судье Агузарову по тем основаниям, что председательствующий судья рассматривает дело Кулаева односторонне по указанному прокуратурой направлению. Суд необоснованно отклоняет ходатайство, принятие которых способствовало более точно раскрыть действия Кулаева и других участников вооруженного нападения. По мнению потерпевших, председательствующий систематически нарушает их права и не дает письменных ответов по заявленным ими ходатайствам. При создании видимости, законности, обоснованности и объективности в процессе рассмотрения дела суд односторонне подходит к выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для установления истины по уголовному делу и принятию законного и обоснованного решения. Судом не удовлетворено ни одного ходатайства по вызову свидетелей, владеющих важной информацией по делу, имеющих к нему непосредственное отношение. При этом председательствующий не называет причин отклонения ходатайств. Из заявления потерпевших усматривается, что они сомневаются в объективном и правдивом отражении хода судебного разбирательства в протоколе судебного заседания. Кроме того, по мнению потерпевших, в действиях председательствующего наметилась явная недобросовестность и отсутствие беспристрастности, что проявилось во время допроса свидетеля Засохова. Как заявили потерпевшие, председательствующим в их адрес допускаются грубость и неуважение, что препятствует им реализации в полной мере права на защиту своих интересов. Из заявления потерпевших также следует вывод о тенденциозности и заинтересованности суда в исходе данного уголовного дела, что указывает на намерение суда принять решение, выгодное определенным правительственным кругам. Потерпевшие Кисаева, Губурова, Дзуцева, Бзарова, Хамицева, Туаева, Кочеева, Гадиева, Кокоева, Габисова, Цумартова, Бетрозова, Кокойте, Цгоева, Дудиева, Тагаева, участвовавшие в судебном заседании, также просили удовлетворить указанное заявление. Потерпевшие Балаташвили, Кусаева, Савкуев, представители потерпевших Чеджемов, Кочеев, заявление об отводе судьи не поддержали. Представитель потерпевших Ткаченко, подсудимый Кулаев и его защитник адвокат Плиев разрешение заявленного отвода оставили на усмотрение суда. Государственный обвинитель Шепель пояснил, что и председательствующий осуществляет участие в ходе судебного разбирательства по данному делу в рамках прав и полномочий, предоставленных им уголовно-процессуальным законом, и действует в соответствии с функциями председательствующего. Никакой личной заинтересованности в исходе дела не имеет и не показывает, а заявленный отвод является необоснованным. Государственные обвинители Черчесова и Семисынова просили удовлетворение заявленного отвода отказать. Проверив обстоятельства, послужившие основанием для заявления отвода, выслушав мнение сторон, прихожу к выводу о том, что заявленный отвод удовлетворению не подлежит. В ходе судебного разбирательства председательствующим не было совершено никаких действий, которые бы свидетельствовали о его предвзятости к потерпевшим или другим участникам судебного разбирательства, нарушении охраняемых законом их прав, о желании угодить представителям органов государственной власти. Оснований, предусмотренных частью 1 статьи 61 УПК Российской Федерации, препятствующих председательствующему суде участвовать в судебном производстве, не имеется. Обстоятельства, которые бы давали основания полагать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела, также отсутствуют. Довод потерпевших об имевших место, по их мнению, нарушений закона со стороны судьи, выразившихся в устном отклонении ходатайства о вызове в суд свидетелей без какой-либо мотивации, несостоятелен.
В соответствии со статьей 256 Уголовно-процессуального кодекса все ходатайства, заявленные участниками судопроизводства, обсуждаются сторонами, после чего на основании части 2 статьи 256 разрешается председательствующим с указанием мотива принятого решения, что полностью отражается в протоколе судебного заседания. И соответствует действительности утверждения потерпевших о том, что они лишены возможности знакомиться с изготовленными частями протокола судебного заседания, поскольку никто из лиц, заявивших отвод, не принимал никаких действий для того, чтобы фактически ознакомиться с протоколом судебного заседания. Заявленное же ими ходатайство о предоставлении им права быть ознакомленными с ним по мере его изготовления председательствующим было удовлетворено. Утверждение потерпевших о том, что председательствующий по делу выполняет несвойственную функцию защитника, допрашиваемого в судебном заседании свидетелей, несостоятельно, поскольку все действия судебного заседания совершаются судьей в установленном законом о процессуальных формах, направленных на обеспечение защиты и охраны прав и свобод участников уголовного процесса, независимо от их процессуального положения, и не могут расцениваться как свидетельство необъективности судьи. Никакого проявления бестактности и грубого отношения к потерпевшим председательствующим судьей не допускалось, и все его действия находятся в рамках регламента судебного заседания, также направлены к принятию мер по обеспечению порядка в зале судебного заседания. В основании изложенного руководствуясь статьями 61 и 65 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации постановил заявление потерпевших Кисаевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Дудиевой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кукоевой, Габисовой, Цомартовой, Бетрозовой, Кокуэти об отводе судьи Агузарова отклонить. Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня его вынесения. Постановление понятно? Постановление о рассмотрении заявления об отводе. Город Владикавказ, 26 января 2006 года. Судья Верховного суда Агузаров с участием государственных обвинителей, заместителя генерального прокурора Шепеля, заместителя прокурора Республики Северная Осетия Алания Черчесова, старшего прокурора отдела Семисыновой, подсудимого Кулаева, защитника-адвоката Плиева, представившего удостоверение от 3 мая 2005 года, пресс-секретарь Кохана, также потерпевших Кисаевой, Дудиевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кукоевой, Габисовой, Цомартовой, Бетрозовой, Кукоти, Савкуева, Дзуцевой, Кусаевой, Губуровой, Цгоевой, представители потерпевших Чиджемова, Кочеева, адвоката Ткаченко, рассмотрев заявление потерпевших Кисаевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Дудиевой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кукоевой, Габисовой, Цумартовой, Бетрозовой, Кокойте об отводе государственным обвинителям Шепелю, Семисенову, Черчесову по уголовному делу в отношении Кулаева Нуркваши Абургашевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209, частью 2, 206, частью 3, 205, частью 3, 105, частью 2, пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 30, частью 3, 105, частью 2, пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 317 частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации установил. Кулаев обвиняется органами предварительного расследования в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 статьи 209, частью 3, 205, частью 3, 206, 30, частью 3, 105, частью 2 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 105, частью 2 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 317 частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебном заседании потерпевшими Кисаевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Дудиевой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кукоевой, Габисовой, Цомартовой, Бетрозовой, Кукоете заявлен отвод государственным обвинителям Шепелю, Семисынову и Черчесову по тем основаниям, что государственные обвинители Шепель, Семисынову и Черчесов систематически нарушают их права как потерпевших, не дают письменного ответа на их ходатайство. При создании видимости, законности, обоснованности, объективности в процессе рассмотрения дела они односторонне подходят к выяснению обстоятельств, имеющих существенное значение для установления истины по уголовному делу и принятию законного обоснованного решения. Ни одно из ходатайств по вызову свидетелей не удовлетворено, были заявлены ходатайства о вызове в суд свидетелей, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому делу, но государственные обвинители ничего об этом слышать не хотят. Потерпевшие Кисаева, Губурова, Дзуцева, Бзарова, Хамицева, Туаева, Кочеева, Гадиева, Кукоева, Габисова, Цумартова, Бетрозова, Кукоити, Цгоева, Дудиева, Тагаева, Балаташвили, Кусаева, Савкуева, представители потерпевших Чиджемов, Кочеев, участвующие в судебном заседании, заявления потерпевших об отводе государственным обвинителям поддержали.
Представитель потерпевших Ткаченко, подсудимый Кулаев, его защитник, адвокат Ли, в разрешении заявленного отвода оставлено на усмотрение суда. Государственный обвинитель Шепель пояснил, что обвинители осуществляют участие в ходе судебного разбирательства по данному делу в рамках прав и полномочий, предоставленных им уголовно-процессуальным законом, и действует в соответствии с функциями государственного обвинителя. Никакой личной заинтересованности в исходе дела никто не имеет, а заявленный отвод является необоснованным. Государственные обвинители Черчесов и Семисынова просили удовлетворение заявленного отвода отказать. Проверив обстоятельства, послужившие основанием для заявления отвода, выслушав мнение сторон, прихожу к выводу о том, что заявленный отвод удовлетворению не подлежит. В ходе судебного разбирательства государственными обвинителями Шепелем, Семисыновым и Черчесовым не было совершено никаких действий, которые бы свидетельствовали о предвзятости к потерпевшим или другим участникам судебного заседания, нарушение охраняемых законом их прав. Основания, предусмотренные частью 1 статьи 61 УПК РФ, препятствующие государственному обвинителю Шепелю, Семисыновой, Черчесову участвовать в судебном производстве, не имеется. Обстоятельства, которые бы давали основания полагать, что государственные обвинители лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела, также отсутствуют. Довод потерпевших, обымевших место по их мнению нарушений закона со стороны государственных обвинителей, выразившиеся в отклонении ходатайства о вызове в суд свидетелей без какой-либо мотивации и в устной форме несостоятелен, поскольку в соответствии со статьей 256 Уголовно-процессуального закона все ходатайства, заявленные участниками судопроизводства, обсуждаются сторонами, после чего, как предусматривает часть 2 указанной статьи, с учетом мнения сторон мотивированно разрешаются председательствующим, но не государственными обвинителями, что полностью отражается в протоколе судебного заседания. Утверждение потерпевших о том, что государственные обвинители не дают им письменных ответов на их ходатайство, также несостоятельно, поскольку на основании статьи 271 только суд может рассматривать ходатайство, заявленное участниками процесса, а государственный обвинитель не обязан давать на них письменные ответы. Обсудив доводы потерпевших, суд приходит к выводу, что данное ходатайство не подлежит удовлетворению ввиду необоснованности, поскольку указанными потерпевшими обстоятельства не соответствуют действительности и не являются основанием для отвода. На основании изложенного руководства и статьями 61 и 65 УПК Российской Федерации постановил заявление потерпевших Кисаевой, Тагаевой, Бзаровой, Хамицевой, Седаковой, Дудиевой, Туаевой, Балаташвили, Гадиевой, Кочеевой, Кокуевой, Габисовой, Цомартовой, Бетрозовой, Кокоти об отводе государственных обвинителей Шепеля, Семисыновой, Черчесовой отклонить. Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Российской Федерации в течение 10 суток со дня его вынесения. Председательствующий Агузаров. Прошу садиться. Статьями 209 частью 2, 205 частью 3, 206 частью 3, 105 частью 2 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 30 частью 3, 105 частью 2 пунктами А, В, Д, Е, Ж, З, 317, 222 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Прошу секретаря доложить о явке свидетелей. Свидетели Аушева, Буцериев, явились свидетели Попов, Гайденко, Зангионов. Так, пригласите, пожалуйста, свидетеля Попова. Thank you.
пожалуйста, фамилию, имя. Попов Владимир Николаевич. Число, месяц, год рождения. 24 июня 1959 года. Место жительства. Город Владикавказ, улица Августовских событий, 13, квартира 11. Место работы. МВД Республики Северная Осетия, Таиланд. Какую должность занимаешь? Заместитель министра. Суд допрашивает вас в качестве свидетеля, разъясняет вам ваши права. Вы вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников, давать показания на родном языке, заявлять ходатайство, принести жалобы на действия бездействия суда. Ходатайство – это применение в отношении вас мер безопасности как свидетеля. Не вправе уклоняться от явки и по вызову суд давать заведомо ложные показания. Зачем дайте сюда подпись? Скажите, пожалуйста, как точно называется ваша должность? Заместитель министра по административным границам. Что входило в ваших обязанностей? Организация деятельности подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих охрану административных границ, прилегающих населенных пунктов, расположенных в зоне административной границы. Вы не могли бы вкратце рассказать, что вами было сделано? За какой период? Ну, хотя бы за месяц, за два. Вот после Назарани. Значит, все действия подразделений, задействованных на охране административных границ, расположенных в зоне административной границы, целиком и полностью отвечали требованиям принятых приказов, распоряжений и указаний Министерства внутренних дел Северной Осетии, Управления внутренних дел по Южному федеральному округу, требований, распоряжений МВД России. Значит, согласно требованиям 303 приказа, ежемесячно на протяжении нескольких лет утверждался и доводился до исполнителя, принимался к исполнению расчет силы средств, задействованных на охране и обеспечении безопасности в зоне административной границы. После событий, произошедших в Республике Ингушетия, МВД Республики продолжало несение службы в усиленном варианте, чем предусматривалось усиление постов в зоне границы по направлению деятельности на определенную численность. Данное усиление было произведено, все эти изменения, дополнения внесены в расчет силы средств боевого численного состава, который был утвержден на июль месяц и на август месяц, и также на сентябрь месяц. Какие конкретно действия, конкретные мероприятия были совершены, чтобы граница была утверждена? Я понимаю, она утверждалась для того, чтобы не проникали террористы и прочие бандиты, да? Да. Так вот, меня интересуют не расчеты, а реализация этих расчетов. Что конкретно было сделано? Вы знаете, что террористы через границу проехали? Знаю. Но это вот после ваших расчетов самых произошло.
что конкретно было сделано, чтобы они не проникли. Меня интересуют действия, а не решения, которые писались. Численность личного состава. Вы были на этой границе? Постоянно. Вот все боевики проехали, вы там были? И там был. Да. Ну, расскажите, вот в чем выражалось? Усиление постов, вы сказали, на административном. Все усиливали, усиливали. Значит, если в обычном режиме численность личного состава, который привлекался к обеспечению охраны административной границы, которая у нас составляет 657 километров в республике, из которых 212 километров – это граница с республикой Ингушетия, только 212 километров, то численность личного состава была увеличена на этих постах в 1,3 раза с целью выставления от стационарных постов и опорных пунктов милиции различных видов нарядов, включающих в себя секреты, засады и маневренные группы. Это раз. Второе. Непосредственно в зоне административной границы в горно-лесистой местности подразделениями управления по границе проводились поисково-разведывательные мероприятия с привлечением личного состава 49-й бригады внутренних войск, разведподразделения.